Привет, друзья! 21 января, в Сабинском районе республики произошла авария. По предварительным данным, на участке дороги Старый Экшурма-Кельдебяк, водитель автомобиля «Лада 21-14» совершал обгон и не убедился в безопасности своего маневра. Выехав на полосу встречного движения, легковушка на всем ходу столкнулась с мчавшимся навстречу внедорожником Kia Sportage. Очевидцы сообщают, что в результате аварии, к большому сожалению, погибли 6-месячный ребенок, его отец скончался в карете скорой помощи. Еще трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу. Берегите себя и своих близких.